Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Громучук. Наразі говоримо про таке. До Всесвітнього дня боротьби з діабетом. Що треба знати про цю хворобу? Саме 14 листопада буде Всесвітній день боротьби з діабетом. І саме про це ми сьогодні говоримо з Наталією Шоліко, начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НЗЗУ, Катериною Малєр, завідувачкою відділення ендокринології обласної лікарні імені Мечникова та експерткою з ендокринології департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської адміністрації. Я вас вітаю. Також ми сьогодні, увага, в прямому ефірі зробимо експрес-тест на сахарний діабет. Це зробить Наталя Пушкар, медична сестра. Що ж, почнемо спочатку з інформації. Пані Катерино, розкажіть про сахарний діабет, наскільки ця хвороба так популярна взагалі, як багато людей так нею хворіють. І як виявити симптоми ці перші, коли треба піти до лікаря та перевірити рівень цукру у крові? Добрий день. Спасибо за вопрос. Постараюсь ответить кратко, потому что тема на самом деле очень обширная. По данным IDF, это всемирная организация, которая мониторирует количество пациентов с сахарным диабетом в мире, у нас насчитывается 463 миллиона пациентов по состоянию на 2019 год. Известно, что сахарный диабет признан пандемией, то есть заболеванием, которое охватило все страны и континенты еще в 2009 году. Определение такое было дано Всемирной организации здравоохранения. Известно, что каждые 15 лет количество пациентов на земном шаре удваивается. Вот если мы, и известно также, что на одного пациента, который выявлен и который посчитан вот этих 463 миллионов, приблизительно можно умножить цифру на 4 и получить реальное число на самом деле болеющих пациентов. То есть диспансерный учет и те цифры, которые мы видим, это только надводная часть айсберга. Я бачу інформацію, що кожна 11-та людина хворіє на цукровий діабет. Це так. Це правда. На самом деле це так. Як зрозуміти такі перші кричущі симптоми, що треба піти перевірити цукор? Если сказать очень коротко, то сахарный диабет делится на 4 большие группы. Это группы, которые распадаются внутри себя на множество подгрупп. И я специально об этом сказала, потому что симптомы будут разные. Если мы говорим про первый тип диабета – это так называемый детский подростковый диабет молодых. Но я отмечу, что диабетом первого типа можно заболеть и в пожилом возрасте, и в весьма значимом возрасте, и в среднем возрасте. Первый тип диабета – это абсолютная недостаточность поджелудочной железы. Это 100% зависимый инсулиновый диабет. Такой диабет составляет в структуре сахарного диабета 10% на всем земном шаре. И его количество относительно не увеличивается, потому что другие немножко аутоиммунные механизмы. Собственно говоря, пациенты до изобретения инсулина, а в этом году 101 год с момента изобретения инсулина, и почему мы, собственно говоря, празднуем 14 ноября как день открытия, потому что один из исследователей, Фредерик Бантинг, родился 14 ноября. Пациенты не выживали более 2 лет. То есть я не буду говорить, чем пытались снижать раньше сахар, потому что, к сожалению, пациенты иногда понимают это буквально, у нас по-разному относятся к инсулинотерапии. Но пациенты были обречены, была 100% летальность. И вот уже 101 год мы имеем возможность таким пациентам помогать. При первом типе диабета симптомы настолько яркие, острые и как бы открытые миру, что пациент не может избежать встречи с врачом в течение длительного периода. Это, как правило, резкое снижение массы тела, это, как правило, сухость, это жажда, это учащенное обильное мочеиспускание. Чем младше пациент, тем более бурная клиника. Как правило, дети, подростки поступают через реанимационное отделение. И если мы говорим о остальных типах диабета, есть две узкие категории, это сахарный диабет беременных и так называемые другие формы диабета. Тут можно читать большую лекцию, я сейчас с учетом лимита времени не могу на этом останавливаться детально, хотя хочется. А вот если мы говорим про второй тип диабета, который нам создает основную проблему в плане статистики, это там, где идет удвоение, утроение количества пациентов, то по данным, к примеру, израильских ученых на прошлый год, когда пациенту среднего возраста или пожилого возраста ставят диагноз сахарный диабет, он уже болеет 9 лет. У них даже в современных израильских протоколах в настоящий момент указано, что дата заболевания, имеется в виду диагноз, минус 9 лет, то есть пациент уже болел.
По данным стран СНГ, пациенты, как правило, уже болеют 15 лет на тот момент, когда заболевание выявляется. И вот почему я это говорю, потому что клиника прямо противоположная. Если первый тип диабета, пациенты попадают очень быстро в лечебное учреждение, то второй тип диабета, он молчаливый. Пациент может болеть очень длительный период и, к сожалению, диагностироваться уже с проблемами зрения, с проблемами стоп, с проблемами почек и так далее и тому подобное. И абсолютно получает этот диагноз с наличием множества осложнений на тот момент, когда он уже болеет. И перескакивая немножко тему, хочу сказать, что вот в данной ситуации, я думаю, что ковид и диабет, может быть, будет вопрос, мы оговорим, но я только хочу сказать, что ковид является мощным провокатором выявления сахарного диабета в настоящий момент. Мы в этом году получили колоссальное количество пациентов, которые перенесли ковид, у которых был диагностирован диабет. По всей видимости, это наши выводы, да, как пациентов, это не мнение ученых, это не мнение научной общественности. Ковид, скажем так, провоцирует более раннее выявление сахарного диабета. У нас масса пациентов, я думаю, это подтвердят многие мои коллеги, после перенесенной ковидной инфекции, которые после этого заболевают диабетом. Или диабет выявляется, скажем так, так более правильно сказать. Ось такі шокуючі новини, якщо чесно. А скажіть, а щодо цієї другої групи, хоч є якісь сигнали, хоч мінімальні симптоми? Тут можна сказати так, що я би відповіла на це так. Во всем мире существуют критерии, когда мы пациента должны обследовать по поводу сахарного диабета. Первое – все население старше 40 лет. Потому что вот именно в связи с тем, что часто симптомов может не быть, то первую такую вот ласточку нам покажут именно диагностические критерии. Или если в семье у пациента или сам пациент были случаи, когда человек полный, с ожирением или избыточной массой тела, когда пациент или члены семьи болеют гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. В семье встречались рождения крупных детей, то есть более 4 кг вес плода на момент рождения ребенка. Это различные дизлипидемии, это перенесенные инфаркты, инсульты, это подагра. Вот все эти пациенты, даже если у них не выявлен диабет, даже, скажем, не пациенты еще, а просто люди, они подлежат очень тщательному исследованию, потому что вот при тщательном исследовании мы выявляем у таких пациентов в том числе либо сахарный диабет как таковой, либо то, что называется преддиабет. У нас есть еще такая история, которая называется преддиабет. Но вот тут статистики во всем мире вообще не существует. Потому что эти пациенты не в поле зрения. До чего может привести цукровый диабет? Найгірші такі ускладнення. Органи мішені, це доказано давно. Органи мішені при сахарному діабеті – це сітчатка, тобто, як саме такою термінальна історія – це сліпота. Это почки, как максимальный эффект, это гемодиализ, хроническая почечная недостаточность в различном проявлении, это стопы, это ампутация. Но я как бы говорю, как вот уже крайние случаи, безусловно. Пані Наталь, скільки в нашій області інсулінозалежних, так тих, хто вже має отримувати стільки-то разів на день дозу інсуліну, аби, грубо кажучи, вижити? От, і яка програма, ми маємо новини, так, з 1 жовтня, тепер підтримують інсулінозалежних, розкажіть, будь ласка, про це. Так, якщо казати про кількість пацієнтів, це майже 21 тисяча інсулінозалежних в нашій області. Чому ми про це знаємо? Тому що коли ми перейшли на програму реімбурсації інсулінів, Нацслужба здоров'я України з 1 жовтня адмініструє цю програму. І для того, щоб програма запрацювала, щоб пацієнти могли отримувати електронний рецепт на інсуліни, потрібно було складати плани лікування. І ми брали дані з реєстру про те, яка кількість інсулінозалежних хворих в нашій області. Що таке реімбурсація і що таке адміністрування з боку Нацслужби здоров'я України? Раніше препарати інсулінів, вони закуповувалися через субвенцію, яку отримували департаменти охорони здоров'я кожної області. І таким чином пацієнти отримували ці препарати.
Зараз ми, ну, субвенції вже немає. І є аптеки, які укладають договір з Нацслужбою здоров'я України на роботу з електронними рецептами. І після того, як пацієнт отримує за електронним рецептом препарат, безкоштовно або з невеликою доплатою Нацслужба здоров'я компенсує аптекам ці витрати. Ми почали, як я вже казала, з 1 жовтня. Дніпропетровська область, вона має найбільш розгалужену таку мережу аптечних закладів. У нас 101 аптечний заклад доєднався до цієї програми, з них 69 до програми «Доступні ліки», і 69 – це саме по інсулінах. І 643 пункти відпуску – це аптеки і аптечні пункти, які є в області, де є препарати. Не дуже велика кількість в селах, на сьогодні 13 аптечних пунктів в селах і 65 аптечних пунктів в СМТ, але у нас аптечні заклади ще подають договори на розгляд з Нацслужбою здоров'я. Я сподіваюся, що буде більш така мережа розгалужена. І що ми маємо вже на сьогодні? На сьогодні ми маємо, що за жовтень у нас вже 17600 погашених рецептів саме в нашій області. І аптеки, вони отримують відшкодування майже 21 мільйон гривень. Оплати вже, перша частина оплат вже відбулася на початку листопада за жовтень. Що стосується цукрового діабету другого типу, такі препарати, 51 препарат в реєстрі національному, він не з 1 жовтня з'явився. Він в програмі «Доступні ліки», як почала працювати програма, цукровий діабет другого типу, він також входив в цю програму. І зараз там, як я вже казала, 51 препарат, і з початку року в нашій області це 178,5 тисяч погашених рецептів для лікування цукрового діабету другого типу, і аптеки отримали відшкодування, ну, також 20 мільйонів гривень вже за цей рік. І якщо казати, що додалося з 1 жовтня, це окремий реєстр, в якому є 76 препаратів інсуліну, і більшість з них, 47, вони абсолютно безкоштовні для пацієнта. Як отримати? Отримати, по-перше, треба звернутися до свого ендокринолога, щоб він склав план лікування. Ну, це дуже важливо, тому що перший рецепт може бути виписаний тільки, коли є план лікування. Якщо план лікування складений, перший рецепт ендокринолог вже виписав, подальше можна звертатися до свого сімейного лікаря, він має доступ до особистого кабінету пацієнта, він бачить цей план лікування і він може сформувати електронний рецепт на подальше лікування. Якщо потрібна корекція якась, наприклад, не вистачає інсуліну, ну, тобто пацієнт бачить, що треба щось змінювати, так, обов'язково знову ж таки звернутися до ендокринолога. Дякую за таку. Схема така. Повну інформацію. Ну що ж, Наталю, будемо робити прямо зараз, в прямому ефірі, експрес-тест на визначення цукру. Я правильно називаю це? Так, це швидкий тест. Швидкий тест. Ви зробите його мені. Я, якщо чесно, так, вам треба моя рука, так? Так, так. Я, якщо чесно, хвилююся, адже у мене бабуся та дідусь, на жаль, померли від цукрового діабету, тому
Я справді давно не здавала рівень цукру і не знаю, чого очікувати. До речі, який наймолодший вік, от коли може бути цукровий діабет? Починаючи з народження. Так, зараз буде боляче, так? Добре. Як комарик вкусив. Так. Протягом 5 секунд ми чекаємо. 5 секунд чекаємо, але я сьогодні, якщо чесно, їла солодке. Будь ласка, ваш результат. 4,9. Да. Що це означає? Можна ще солодкого поїсти. Якщо наче серце в лабораторних умовах до 6,1 мм на літр, це вважається норма. Тобто ви не перейшли норму, у вас з рівнем цукру все гаразд. Поки що, якщо, мабуть, я б не їла цукру сьогодні, то він був би ще менший. Якщо занадто низький, це теж не дуже добре. Якщо нижче за 3,5, це каже про те, що у вас дуже низький рівень. А розкажіть, що за обладнання у вас таке? Таке воно компактне, таке маленьке? Так, це глюкометр, який експрес-тестом вимірює ваш рівень цукру. Його рекомендують мати всім, хто страждає на цукровий діабет, для того, щоб перед вводенням інсуліну знати свій рівень, правильно розрахувати свою дозу. Він швидкий, зручний, і його можна як транспортувати, так і вдома використовувати. Тому кому потрібно? Правильно розумію? Тобто це просто така, грубо кажучи, ручка. Так, ось. Так. Можете, будь ласка, показати трохи на камеру? Будь ласка. Ось це така ручка, яку натискаєш. Сюди вставляються скарифікатори, це тест полосочки, це сам апарат вимірювання. Інсулінозалежний повністю сам може робити, змірювати собі цукор абсолютно. А вже ж, люди, які сидять на інсуліні, повинні регулювати свій рівень цукру на постійній основі, для них це дуже важливо. Дуже. Його ж, я так розумію, можна придбати в аптеці без рецепту. Тобто просто можна придбати. І це не тільки для інсулінзалежних, це абсолютно для всіх пацієнтів і не тільки пацієнтів, це діагностика. Пані Катерино, як ви оціните мій рівень? Все отлично, у вас і не може бути ніяких питань. А я б, якщо можливо, хотіла б додати по замечанням колеги. Я дуже благодарна, що сьогодні, скажімо так, ми вместе. Я б хотіла, якщо дозволите, дати коротке роз'яснення для пацієнтів, щоб у нас краще пішла далі програма. Тому що я цю історію бачу трохи зі своєї сторони, як доктор. І я хочу сказати, що програми по формуванню в програми Національної служби здоров'я, я як врач стаціонара і в той же час як врач амбулаторний, я маю доступ до виписки планом лечения. Я хочу сказать, что как человек, который тоже это формирует, программа сделана хорошо. Она сделана, с ней нету никаких нюансов, про которые, вот, может быть, мы боялись вначале, да, что что-то пойдет не так. Я хочу больше, может быть, сказать пациентам, потому что если до 1 октября текущего года была возможность получать препараты инсулина через рецептурную систему, не посещая семейного врача. И с чем мы столкнулись, вот как обычные врачи на местах? В том, что не все заключили декларации. И мы столкнулись массово в октябре с тем, что те пациенты, которые привыкли получать рецепты через врачей-эндокринологов, собственно говоря, если они состояли на диспансерном учете эндокринологов, не у всех были заключены декларации с семейными врачами. Ну, к примеру, человеку по какой-то причине это было не нужно. Я вот хочу сделать акцент на том, что для того, чтобы получать рецепты дальше и чтобы дальше было все хорошо, декларации заключить нужно обязательно. Вот кто еще не заключил, эти декларации должны быть заключены. Второй нюанс. Те телефоны, которые пациенты дают, они должны быть достоверные. Потому что часто врачи сбивали с толку, давали какие-то вторые номера, третьи номера, номера у родственников. Номера родственников не подходят, должен быть конкретно номер самого пациента. И дальше, да, есть такой нюанс, выписка планов лечения.
эндокринологам. Это действительно указано в регламентирующих приказах. Это было указано именно потому, чтобы не было какой-то путаницы, каких-то нюансов, потому что инсулинотерапия – это сложная история, этому надо учиться, и вот как бы просто так это заменить действительно нельзя. Но я хочу сделать акцент, что врачи-эндокринологов никогда нигде, ни в какой области и ни в какой стране, более того, я хочу сказать, что у нас еще ситуация очень неплохая. Давайте посмотрим на европейские страны, давайте посмотрим на Канаду, посмотрим на Америку, сколько там эндокринологов. Эндокринолог не сидит в каждом лечебном учреждении, этого такого нету нигде в мире. Поэтому на что я хочу обратить внимание, что так как в документе написано, что план лечения формирует эндокринолог, в настоящий момент это могут делать врачи стационаров эндокринологические. В частности, мы в больнице Мечникова подключили себе через нашу администрацию, которая нам помогла, мы подключили функцию амбулаторную, и в настоящий момент пациенты, которые находятся на стационарном лечении, в тех районах, где нет эндокринолога, у нас нет эндокринолога в части районов области, они получают этот план при выписке. Второе. Поликлиника областной больницы Мечникова также участвует в этой программе. Врачи помогают, насколько могут. Более того, я хочу сказать, что фактически все лечебные учреждения области, они сориентировались, кто из врачей-эндокринологов может помочь в этой истории. Поэтому вот я хочу сказать, что такого, если нету номинально в районе врача-эндокринолога, такое может быть. Сказать, что идите куда-то, и кто-то вам поможет, и пациенту ничего не выдать и не выписать, вот это, конечно, вот такого быть не должно. Потому что, в принципе, программа простроена вполне адекватным образом. Вот у меня было такое короткое замечание. Дякую, це справді інформація дуже корисна та варта того, щоб її озвучила. Щодо вас, останнє таке питання. Дуже просте, але воно, здається, допоможе звичайним людям, які не знайомі з цукровим діабетом, себе якось забезпечити. Що не можна, не варто їсти? Які продукти найбільше призводять до цукрового діабету? Там, наприклад, кока-кола чи тортики. От що не бажано їсти, аби і не знати, що таке цукровий діабет? Опять же, отвечу немножко розвідленно. Якщо ми говоримо о детском, подростковом і первом типі діабета, з учетом того, що це аутоімунне заболевання, как бы застраховаться от этого невозможно. Я почему это говорю? Потому что у меня за стаж работы довольно много пациентов. И я часто наблюдаю такую историю, когда в семьях моих пациентов, где один или второй родитель болеет сахарным диабетом, рождается ребенок, и ребенка начинают вот так вот прицельно измерять ему сахара, не давать ему фактически никакие углеводы. Родители, можно понять, родители опасаются, что что-то подобное случится у их ребенка. Нельзя от этого застраховаться. Первый тип диабета – это аутоиммунное заболевание, которое к питанию предыдущему человека не имеет никакого отношения. Это вот надо как бы вот понимать. А вот что касается второго типа диабета, который у нас как раз растет и дает нам все вот эти некрасивые цифры по мировым параметрам, это прежде всего образ жизни и это питание. Если сказать очень кратко, это избыточное потребление легко усваиваемых углеводов и сидячий образ жизни. То есть, так как в целом у нас общество, если говорить в общем и целом, а по статистике мировой на конец 2021 года у нас ожидается 7 миллиардов 900 миллионов человек, проживающих на планете Земля, то есть мы можем вот высчитать, сколько наших пациентов приблизительно, и кто еще не заболел, и сколько их может быть, то очень, если сказать кратко, это, безусловно, следит за балансом потребляемой пищи и расхода энергии. Потому что если этого баланса нету, если идет в плюс, то есть работа сидячая, активности нету, а питание превышает тот энергетический баланс, который нужен в течение суток, то, безусловно, пациент получит всякие риски нежелательные, как избыточную массу тела и развитие сахарного диабета. А если по продуктам, коротко тут не скажешь. Тут можно сказать, что надо избегать легко усваиваемых углеводов. Это то, что вы сказали. Это вот кола, вы с нее начали, да, я имею в виду. Вообще все вот не только кола, это вот не в сторону, да, там бренда какой-то такой. Отмашка, да, это вообще все легко усваиваемые углеводы, которые дают быстрое повышение сахара. Все. И, собственно говоря, и сахарозаменители, которые, вот это, кстати, такая глобальная ошибка часто пациентов, что придя в магазин и увидя
стеллажи, где написано «товары для диабетиков», пациенты приобретают это, потребляют и думают, что они не получают никаких калорий и никаких углеводов. Это углеводы, фруктоза – это углеводы, это надо помнить. И уровень гликемии в крови повысится еще иногда больше, чем от потребления глюкозы. Это тоже вот такая очень большая ловушка, про которую пацієнти должны знать. Угу, ось така ситуація. Тобто, особливо тим людям, які хочуть скинути вагу, до прилавку з глюкозою не йти. Тем пациентам, которые хотят сбросить вес, опять же, это если в общем и целом, надо следить прежде всего за потреблением количества расхода и потребления калорий. То есть если у нас идет плюс баланс, в любом случае мы так устроены, да, что человек будет набирать вес. 1 килограмм избыточного веса, 1 килограмм – это 9000 килокалорий. Вот 1 килограмм жира – это 9000 килокалорий. И если мы подумаем, легко ли набрать этот килограмм, это легко для тех, кто к этому склонен. Не все люди склонны. То есть если генетический человек не склонен к этой истории, он всегда будет изящный, и эта проблема его не коснется. Но там, я имею в виду, там, где человек склонен. А в основном люди склонны. В інтернеті дуже багато рецептів народних засобів для діабетиків. Чи варто їм довіряти? Много неплохих вещей. То есть все надо просто... можете, наприклад, от в домашніх умовах такі елементарні продукти, які у всіх є, або ну, зазвичай є, вони можуть бути корисні. Можна кілька прикладів. Я побоюсь давати якісь рецепти. Ви розумієте, це індивідуальні моменти. Я просто хочу сказати, що отак от для... Пациенты, если говорить вообще, надо просто открыть, знаете, как смотреть матчасть и посмотреть, что такое белки, жиры, углеводы. И вот там, где углеводы, вот для пациента все продукты, которые легкие, так называемые углеводы, там, где высокий гликемический индекс, там, где сахара, скажем, из пищи быстро трансформируется в легкую глюкозу, вот эти все продукты должны быть из рациона фактически исключены. Добре, я вам дуже дякую, що сьогодні ви всі задали до нас в гості. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Катерина Маляр, завідувачка відділенням ендокринології обласної лікарні імені Мечникова та експертка з ендокринології Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ та Наталія Пушкар, медична сестра, яка сьогодні в прямому ефірі зробила мені тестування так на рівень цукрового діабету. На щастя, все добре, все минулося. Говорили сьогодні про важливу тему цукрового діабету, а я нагадую, що саме 14 листопада у неділю Всесвітній день боротьби з діабетом. Дякую, що були з нами і до понеділка.